В эфире программа «День города», в студии Алена Кукольева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. 20 платных парковок появится в центре города. В Рязани появилась остановка «Бульвар Победы». И на улицах областного центра был замечен смерч. 20 платных парковок появится в центре Рязани к лету. Завершить строительно-монтажные работы, тестирование оборудования планируют до конца мая. Создание всех парковок будет идти параллельно. Подробнее расскажет Валерий Седов. Постановлением администрации города утвержден перечень жилых домов Рязани, жители которых имеют право на бесплатную стоянку на платных парковках, при условии, что их дома расположены в пределах платных парковочных зон. Обязательным условием для реализации этого права – наличие у гражданина оформленного в установленном порядке парковочного свидетельства. В рамках реализации первого этапа на 20 участках дорог Рязани уже ведутся работы. В настоящее время наносится дорожная разметка, устанавливаются паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты. Сделано это для удобства жителей домов рядом с этими парковками, потому что возмущению их нет предела. Все везде запрещено, везде платно, весь город платный. Куда дальше стать? Вот приборный завод, куда дальше стать? Тоже везде платные все парковки, хотя там тоже карманы есть. И везде все платно. Почему? Теперь жители домов на улице Свободы, Полонского, Маргелова, Веденской, Николодворянской, Краснорядской, Вознесенской, Павлова, Кудрявцева, Семинарской, Некрасова и Почтовой смогут парковаться бесплатно. Для жителей дома номер 3 на улице Сенная платная парковка тоже стала бесплатной. Интересно, станет ли теперь здесь посвободнее? Правда, распространяется эта возможность не на все дома на этих улицах. Некоторым жителям все-таки придется хитрить и искать себе другие стояночные места. С заявлением на получение документа на парковку следует обращаться в территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Для оформления свидетельства необходимо предоставить оригинал и копию паспорта, документа, подтверждающего право гражданина на жилое помещение, свидетельство о регистрации транспортного средства и СНИЛС. Получив необходимое свидетельство, за штрафы по парковке возле дома теперь можно не переживать. В Рязани появилась остановка «Бульвар Победы». Так переименовали остановку «Детский мир» на Народном бульваре. Кроме того, власти решили присвоить название «Онкодиспансер» остановке учреждения на Спортивной улице. Напомним, в феврале 2017 года администрация регламентировала присвоение названия остановкам. В Рязани был замечен смерч. Кадры необычного природного явления сняли очевидцы и выложили в социальные сети. Полевой вихрь растянулся на несколько метров и устремился ввысь. Стоит отметить, что смерчи не такое уж частое явление в средней полосе России. Тем временем в Рязани снова прогнозируют непогоду. Ожидаются грозы и сильный ветер. Всего два дня жители города радовало солнце и тепло, и снова метеопредупреждение. Сотрудники МЧС рассказали о том, что на территории области ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гроза, дождь в отдельных районах сильный. Вот такой ноябрьский май. Любимый месяц многих оказался и вовсе скоротечным. Буквально в одно мгновение распустились цветы на яблонях и вишнях. Вот-вот раскроется сирень. Клумбы полыхают разными цветами тюльпанов и готовятся засиять белые свечи на каштанах. Город в это время невероятно красив. Но предела совершенству, как известно, нет. Марина Комиссарова попробовала разобраться, чего не хватает Рязани, чтобы превратиться в цветущий город-сад. Веками японцы воспевали красоту цветущей сакуры – вишни. Нежные лепестки сакуры полюбились им настолько, что заняли особое место в культуре этого народа. Для японцев цвет и форма цветков вишни стали символом чистоты и искренности. На протяжении тысячелетий японцы любуются этими прелестными цветками. В пору цветения вишни сродни облакам. Не потому ли стала просторней душа, словно весеннее небо? Она лет 6 у меня здесь растет. Было маленькое деревце, такое, сантиметров 50. Вот. Мне подарил его один знакомый художник, Александр Викторович Королев. Вот. Он вообще увлеченный человек, он и сам прививает, и у него редкостные сорта именно цветов. Ежегодно созерцая красоту удивительного растения, глядя на недолговечность его цветения, размышляют о том, что прекрасное не вечно, а жизнь быстротечна и хрупка. А потому очень сильно напоминает осыпающийся цветок сакуры. Он хоть и красив, но слишком скоро уходит. Не зря цветущая сакура символизирует бренность жизни и переменчивость бытия. У вишен тот же цвет и тот же аромат, как и в прошедший год. А я? Зачем же я так изменился? Расцветет она вот так каждый год и радует. И люди, вот если кто-то видит, все просто хотят посмотреть ее. Так что ничего оно не требует. И цветет оно каждый год. В отличие от того, мы ждем, там будут ли цвести яблони, будут ли цвести груши, вишни. Оно цветет каждый год.
Сакурой называют деревья семейства розовых, подсемейства сливовых, вид вишня мелкопильчатая, большая часть которых исполняет чисто декоративную функцию. Цветут, но не плодоносят. В отличие от других деревьев ее вида, японскую сакуру выращивают не ради ягод, а ради цветов. Существует 16 видов сакуры и более 400 ее разновидностей. Сакуры очень много, она очень разнообразна. Вот у меня идут споры, не то что споры, мы сомневаемся с моей подругой, она утверждает, что это миндаль декоративный. Но на самом деле цветочек, он все-таки сакуры, а вот то, что она не кисточкой вот у меня растет, их просто очень много разновидностей. Вопреки расхожему мнению, прекрасно этот вид чувствует себя и в Европе, и в нашей стране. Скажем, улицы в Германии и Чехии покрыты лепестками сакуры весной. Я когда впервые увидела, вот в это время как раз в мае, в Карловых Варах, то это огромные аллеи, ее много везде. И потом уже просто стало, это на Западной Украине даже у нас был, я не знаю, как на Восточной, но это вот та вот широта все-таки немного, но юго-запад вот такой вот. Весьма украсили бы плодовые цветущие деревья и улицы нашего города. Множество споров вызывают обрезанные узловатые стволы вдоль проспектов Рязани и клены, посаженные вдоль улицы Свободы. Прекрасно выглядели бы на месте их тенистые яблони, груши или сакуры вдоль дорог. Ни для кого не секрет, что в последнее время городские власти вплотную занялись цветочными клумбами, по крайней мере в центральной части города. Наиболее популярными из года в год являются тюльпаны. И вот уже несколько лет разбиваются благоухающие розарии на площади Ленина у торговых рядов. С сегодняшнего дня мы начинаем высадку цветочной рассады в грунт по всей территории города. Всего мы планируем посадить около 400 тысяч единиц рассады разной в более чем 70 мест. Это и клумбы в парках, скверах, это клумбы на центральных улицах города, в спальных районах города и вазоны. Начинаем это мероприятие с городского парка. Сегодня на этой клумбе будет высажено 3000 бархоток и также 16 единиц вазонов. Людмила Николаевна предложила внести поправки в ландшафтный дизайн Рязани. Хорошим решением стала бы высадка многолетних растений. Есть возможность сэкономить и избавиться от головной боли по поводу заполнения пространства. Например, прекрасными коврами расстилаются пупочники или незабудки. Разрастаются сами и требуют только контроля за формой заполняемого пространства. Или, к примеру, те же самые ландыши – благодатный выход для любого парка или сквера. Первый шаг в этом направлении сделан. В рамках реализации проекта «Солнечный город» профессиональные ландшафтные дизайнеры составили композицию в сквере у торговых рядов. Продолжается высадка цветов до сих пор. В этом году мы делаем акцент не только на летние растения. Вы увидите, я думаю, что мы не последний раз с вами сегодня встречаемся. У нас еще будет очень много поводов встретиться и показать вам, что мы высаживаем многолетние растения, что мы немного видоизменили свой видовой состав растений, который мы обычно высаживали на городских территориях. Чуть-чуть подождем, и мы вам все покажем. С трепетом всегда относились представители восточной культуры к цветению деревьев. Чего нельзя сказать о жителях нашего города. Скажем, клумбы на Первомайском проспекте чаще всего подвергаются нападениям. Люди выдирают тюльпаны вместе с клубнями. То же самое касается кустов роз. У нас ежегодно фиксируется несколько фактов, когда на зеленые насаждения, которые мы сажаем, выкапываем. Это действительно были розы в прошлом году в количестве 150 штук. Это была сирень, которую мы в прошлом году сажали на бульваре Победы. Не дожила она, 6 единиц кустов до сегодняшнего момента не дотянули. Это цветы в клумбах не вне зависимости от того, какая это дерево, кустарник или цветы, все выкапывают. Поэтому городское благоустройство и планы дизайнеров – одна сторона медали. А бережное отношение жителей к окружающей их красоте и уважение друг к другу – вторая, не менее важная. 16 мая день рождения празднует любимый всей советской детворой журнал «Мурзилка». Биография Мурзилки впечатляет. Вот уже почти век, 93 года, журнал радует юных читателей добрыми историями и красочными рисунками. В детской областной библиотеке на улице Почтовой о дне рождения знаменитого журнала «Мурзилка» знают, помнят и, конечно же, рассказывают юным читателям. Однако здесь школьники могут узнать не только об этом событии, но и об истории легендарного издания, которому в этом году исполнилось 93 года. Хотя началось все гораздо раньше, еще в конце века 19-го. Именно тогда канадский художник и поэт Палмер Кокс придумал маленький народ Брауни. А «Мурзилка» появился благодаря Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. В
Там жили доктор Мась-перемась, человечек с именем Шиворот-навыворот, Знайка-незнайка. И в том числе Мурзилка. Он был хвостуном, драчуном, бездельником. Его все называли пустой головой. Ну а потом этот герой полюбился нашему читателю и стал героем журнала детского. Правда, из хулигана и бездельника он превратился в доброго, умного и отзывчивого героя. Тогда же художник Леонид Каневский изменил внешний вид Мурзилки, сделав его пушистым желтым медвежонком в красной шапочке и шарфике. Именно таким его знали наши мамы и папы, именно таким его знают и современные дети. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не прерывался ни разу. Именно поэтому в 2011 году «Мурзилка» был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком выпуска. Сегодня в нем печатаются известные детские писатели, в том числе и зарубежные. Здесь можно найти повести, рассказы, пьесы, стихи. В общем, все то, за что так любили «Мурзилку» еще в советские времена. С течением времени качество содержания журнала не менялось, в нем до сих пор печатается все самое лучшее. Но появились новые рубрики, посвященные великим художникам, спорту, детской безопасности. И несмотря на то, что современные дети больше интересуются компьютерами, о Мурзилке они не забывают. Я знаю этот журнал, он называется «Мурзилка». Я его брала, по-моему, во втором классе в нашей школьной библиотеке. Не помню, что там было, но мне понравился этот журнал. Я хочу попробовать такое прочитать. Мы, конечно, с этим работаем, чтобы дети его знали, потому что, когда первый вопрос детям задаешь, что из журналов они знают для детей, они называют только комиксы. Но когда рассказываешь о журнале, когда читаешь стихи и удивительные странички открываются детям, дети тянутся к журналу, спрашивают его, выписывают. Кстати, 31 декабря 2010 года одна из звезд в созвездии Тельца была названа Мурзилкой. Видна она в самый простой телескоп в ноябре и декабре каждого года. Так что следующий юбилей будет уже у звездной Мурзилки. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части выпуска. Сегодня в Рязани начал работу многофункциональный центр по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Россия станет первой страной в мире, где будет введен национальный стандарт на нагреваемый табак. И в эти выходные в Рязани разыграли автомобиль. Сегодня в Рязани начал работу многофункциональный центр по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Теперь поучаствовать в конкурсе на правительственные гранты, заручиться поддержкой гарантийного фонда и задать все интересующие вопросы предприниматели могут в одном месте. О том, чем еще удобен новый подход, расскажет Галина Ершова. Исторический центр города теперь стал центром развития предпринимательства. Дом номер 2 на Солочинском шоссе объединил на своей площадке все организации, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса. Это сотни квадратных метров знаний, государственных программ и квалифицированных специалистов, готовых ответить на любой вопрос. Мы следим за социальным наполнением нежилых помещений, которые находятся на первых этажах наших домов. Это и детские дошкольные учреждения, и социальные центры, и медицинские учреждения. В текущем году у нас появилась возможность вместе с правительством Рязанской области открыть в нашем доме, в очень удобном с логистической точки зрения месте, многофункциональный центр. Центр поддержки экспорта для бизнесменов, готовых выйти на зарубежный рынок. Окна многофункционального центра для подачи документов и оплаты пошлин. Гарантийный фонд Рязанской области, выступающий поручителем, если предпринимателю не хватает залога для получения кредита. Центр поддержки предпринимательства, где можно проконсультироваться у профильных экспертов. Теперь все это ждет рязанцев в одном месте. Мы ездили сначала на Восковольтную, потом куда-то еще так по всему городу, пока пробежим, уже целый день занимает. А здесь как бы все в одном, можно сказать, окне, и в принципе время, деньги, оно как бы экономит. В центре предусмотрены и бесплатные образовательные программы. Учебная аудитория оборудована полутора десятками ноутбуков, огромным экраном и видеокамерой, которые позволяют выходить на связь с муниципальными образованиями и федеральными экспертами. А отдельный канал внутренней связи позволяет совмещать очное и дистанционное обучение. Помимо школы молодежного предпринимательства, мы будем проводить здесь различные семинары, тренинги. В этом году запланировано проведение двух больших образовательных курсов корпорации МСП. Это азбука бизнеса и школа предпринимательства. У наших преподавателей будет больше возможностей, чтобы давать сразу практические занятия, которые они могут здесь же применять, и усваиваемость материала будет выше. Государственные программы по поддержке предпринимательства действуют в регионе более 7 лет. За это время у бизнесменов появилось множество друзей, общаться с которыми и делиться опытом теперь станет намного проще.
огромный круг друзей, постоянные тусовки, встречи, мероприятия, выставки, форумы, семинары. То есть и информационная поддержка, и дружелюбное общение, постоянно какие-то новые идеи. Я считаю, что эта площадка в своем роде уникальная в регионе, уникальная по расположению, по оформлению, по комфорту, который мы здесь, скажем так, будем дарить нашим предпринимателям, и то, как для нас этот комфорт организовала компания «Зеленый сад». Первый же день работы нового центра успели оценить десятки предпринимателей. Юные и взрослые, молодые и опытные здесь ждут каждого, кто готов вести свое дело и развивать экономику Рязанской области. Россия станет первой страной в мире, где будет введен национальный стандарт на нагреваемый табак. Как говорится в сообщении Росстандарта, ГОСТ разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий и вступит в силу с 1 июля этого года. Согласно статистике, доля курильщиков электронных устройств в России с 2014 года выросла почти в два раза. При этом до сих пор нет четкого понимания, насколько опасны для здоровья электронные сигареты и курительные устройства вейперов. Тем не менее, большинство специалистов уверены, вред от них чуть ли не больше, чем от сигарет обычных. Но никотин, который хоть и содержится в минимальном количестве, вредит и сердечно-сосудистой системе, и всему организму в целом. Новый стандарт как раз и направлен на разделение подобной продукции. В перспективе он позволит сделать более прозрачный состав курительных смесей для испарителей и их влияние на организм. Сейчас не существует ГОСТа на нагревательный табак и смеси, но почти вся жидкость, которая присутствует в профессиональных магазинах, имеет зарубежные сертификаты, чего нельзя сказать про обычные уличные лавки. Свое профессиональное мнение нам рассказал продавец электронных сигарет. На записи он присутствовать отказался. Добросовестные магазины, которые покупают, допустим, там жидкость непонятных из Китая, которые делают там непонятные клоны или так далее. Все, вот, допустим, премиальные жидкости там из Америки или из России, которые делаются на заводе, там делаются абсолютно стерильные, у них есть сертификат и так далее. Но вообще бы не помешал, да. Но в принципе, ГОСТ нужен. Да, ГОСТ нужен. Помимо так называемых подпольных магазинов с жидкостями, сейчас их можно заказать и из интернета. За их качество также никто поручиться не может. Поэтому до введения ГОСТа каждый действует на свой страх и риск. В эти выходные на Рязанской автомобильной ярмарке разыграли автомобиль. На правах самой большой площадки по продаже и выкупу автомобилей организаторы предложили всем желающим поучаствовать в розыгрыше «Ишкомби». О том, как проходил розыгрыш и кто оказался самым везучим, в репортаже Галины Ершовой. Этот автомобиль хорошо знаком рязанцам. Раньше он был в каждой второй семье. Он выделяется на огромной стоянке автоярмарки не только цветом. К модели присматриваются любители ретро-каров, считая ее интересным приобретением. Группа компаний «Автоимпорт» не впервые делает такой щедрый подарок своим клиентам. «Волга 2410, 90-го года, старше меня, надежная советская машина. У меня даже детство связано с ней, когда у родственников была такая же похожая машина». Розыгрыш проводился в непринужденной обстановке – музыка, горячий кофе и бургеры. К клиентам в группе компании «Автоимпорт» относятся как к давним друзьям. Все желающие получили фото на память из специально оборудованной фотобудки. Автомобиль был не единственным ценным призом. Ведущий вручил самым активным участникам мероприятия видеорегистратор, сигнальный маячок и ужин на двоих в загородном ресторане. Вербенев Александр Александрович. Это вы? Аплодисменты, Александр Александрович! Главным героем дня стал Александр Бербенев, который выиграл «Ишкомби». И, как признается, это его первый крупный выигрыш в жизни. «Ишкомби» по праву считается рекордсменом советского автопрома. Он без существенных изменений выпускался на Ижевском заводе в течение 24 лет. Тонкий руль, зеркала на капоте и старинная приборная панель. Раньше такая машина была почти в каждом доме, а сегодня она является настоящим раритетом. Увидели конкурс и выиграли машину. Для меня это просто событие. Никогда не выигрывал такие призы. Машина полностью на ходу, поэтому новый владелец Алексей поделился с нами планами превратить ее в летний автомобиль, который будет радовать его семью поездками на пикники и прогулками за город. Группа компании «Автоимпорт» обещает продолжать традиционные ежегодные розыгрыши автомобилей. В салонах и на торговых площадках «Автоимпорта» представлены не только отечественные машины, но и самые популярные иномарки любой ценовой категории. Какая модель будет выставлена в следующий раз, пока остается только гадать. Но то, что «Автоимпорт» умеет удивлять и радовать своих клиентов, в Рязани знают все.
В 2000-х годах мы начинали с продажи автомобилей с одной точки в количестве 500 штук в год. За 2016 год мы достигли уровня 2500 автомобилей в год. Организаторы заверили нас, что принять участие в розыгрыше может любой желающий. Достаточно подписаться на страничку компании в социальных сетях и следить за анонсами. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».